Козырные нации и шестерка короля бьет. Эх, каких только нациев нет. И белорусы, и немцы, и евреи. И православная нация, и буржуазия. И эсеры! И людоеды, товарищи. В 12-м годе, памятаю, у Гродни на торгу. Живаго людоеда видел. У августовской пуши зловили. Сидел он на дубу, ланцугом притятый. Как собака, зубами сахкал, а зубы, как часник. Утру горелки за раз, хоть смокнул, и только урукал. Думали, коммунисты с государственным элементом дела имеют. По демократии все. Коммуны. Ну вот, культуры разные. А выходит, пролетарий на классовую точку стал. Аминь. Не побрезгайте, многоуважаемая Анастасия. Так тряханули разбойники, что лишен всего. Начисто. Сказано в Писании, и да владея он, и рыбами морскими, и птицами небесными. Товарищ, и еще землей. Золотые часы. Во-во-во-во-во. Сейчас я вас всех. Знана. Эх, кто его разбере? Кому теперь горш за все? До хаты, значит. Yeah. А тогда куда, коли не секрет, а? Да куда-нибудь. Да. Теперь бы прожить. Слухай, поглядай за ним, а? Хм. А то тут такой народ сырым могут съесть. Ой, прям не знаю, как вас благодарить. Целуй. Ну? А что, девку брали? Не по постребникам. А что за волость, барышня? Я не здешняя, я дядя еду. Дядя! Барышни! Дядя нужен! Ефимия, позови их. Ну, не химии, барышня. Да ты пощупай, самый что ни на есть дядя. Вот только щекоток боится. А я... Ты чё? Я пойду. Касатка. Ты чё? Ага. Барышня, а знаете что? А мы пройдемте туда. Солдатик! Да ты что, солдатик? Мама! Ой! Да что ж вы делаете, братцы? Братцы, что ж вы делаете, а? Братцы! А, убери руку! Братцы, девка с ума стронется! С ума стронется девка! А, да что ж вы смотрите? Сука! Дядя! Дядя, куда же ты лезешь? Отпусти! Касатка! Мама! Ах ты, гад! Допусти ты! Ах ты, скотина! Убери! Убери, гад! Уберите адвоката! Убью! Падла, долгая! Еще ж звезды поначапляли. Уже пошутковать нельзя. уже знает. Насмотрелась. И за что бы не попросилась, если бы хлеб был. Давно вышел, вот и полезла с радостью, лишь бы ехать, 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 ехать. Жалко пропадать. Надя, берите. Берите, берите. Настоящий в госпитале получил. Да что вы? Я же вам просто так сказал. Перебирайтесь сюда, ко мне. А я вам потом... Я вот смотрю, откуда... У него шоблик такой знакомый и приятный. А у меня соль. Говорят, есть края, где соли вовсе нет. Далеко? Не знаю. Верст 300 будет, может, более. Господи, сколько же еще ехать? А дома как? Не знаю. Мама, братик маленький. Обычные мы, видно, помрут. Ложись, поспи немного. Ложись, ложись. А вы? Я выспался. Вы тоже можете прилечь? Здесь еще место осталось. приехали за орехами. Всем приготовить документы. Документы. Конечно. Да? Ну ничего. Ты говоришь, ты скотина-то так. Ну, давай, давай. Пошли. Пошли. Ну куди? А куди? Туди. От туди зараз і пройде. Пошли. Тебе что, особое приглашение нужно? А? А она? Жена? Жена. Точно, точно. Доморайский. Ручаюсь. Я за ними от самых Барановичей наблюдал. На Смоленск бы тебе. Ночью будет санитарный. Золотые часы вам не нужны, если вы купите бригет фирмы Мозер. Малый, ходи сюда! А. Тряхнули разбойники, что всего лишен. Начисто лишен. Черт, Дурак набитый, но благонравен. Это похвально. Ух ты, Господи, Господи. Когда-то в вагон села. И потом. Я нехорошо о тебе подумал. Думаю, утка, качка. А сейчас. А сейчас ты. Как Мария. Образ такой красивый. В нашей церкви был. Мария. Там сказал, что жена. А что мне было делать? За что ты мне так? Ну что я тебе сделала? Что? А ты на себя посмотри. Посмотри! А теперь на меня. Смотри, смотри, смотри! Да как там жить вместе? На кого пересадки поменяешь? На штабной, прицепной? Жалко стало. Господи, словно бы и не храм твой, а станция, либо же полустанок. Один только звоник и уцелел, а? Все это уже было. Сидор, и все, что было, вновь будет. Но и это пройдет. И была уже земля невидима и не устроена, и тьма вверху бездны. И как ты думаешь, Сидор, с чего начал Господь преодолению такой-то разрухи? Ну так, по-перше, надо думать, молитву сотворил. Кому? Анафема-то ашмятская. А что, Господь наш, неверуешь? Искушаешь аспид. Умствуешь. Истина. Вот я к вас вижу. Вот так вот солдат, а вот так вот и она. И она. Господи. Господи, спаси и сохрани. Будто человек идет, несет что-то. А люди говорят, что это Каин несет своего брата Авеля. Мама говорит. Это тени от гор. Только народу там нет. Тихо там, пусто. Одному плохо. Начинает в голову приходить всякое. Мысли постоянной нет. Главное, ускользает. Оторвала меня вражеская пуля от боевых моих товарищей. Не привыкну. Иногда не вижу перед собой ничего, кроме блеска. Солнечного блеска, от которого слезы из глаз. Господи. А сейчас ты есть. Еще на станции стоять будет. Сейчас все поезда на Россию, под Москву, там мануфактуры прорва. Ее выгодно везти на Украину. Муки наменяем. А еще и соль у нас. Тоже сменяем выгодно. Прорвемся, Мария. Евмен. А я и по Шлиссарному. Могу. И по-плотницки. Как ты на это? Мария. Мне хорошо. Куда только поезд стоит? Знать бы. Может, на ветку? Товарищ! Товарищ кондуктор! С фронта! Из госпиталя! С женой! Там, в конце эшелона, красноармейцы. Попроситесь у них. Где же это? Должно быть дальше. Останемся же! Успеем! Братцы! Братцы, возьмите! Из госпиталя! Хлеб кончился, а? Подмогните, а? Жена это, братцы! Сейчас! Евмен! Господи! Господи, помогите ему! Евмен! Мария! Мария! Мария, как же так? Что же это такое? Я же остаюсь!